В аэропорту Шереметьево стартовало анкетирование в рамках проекта «Великие имена России». Жителям региона предлагают выбрать имя какого великого соотечественника будет присвоено воздушной гавани в Химках. Опросы проводят в крупнейших терминалах Шереметьево Б и Д. Там установлены стойки для голосования. Выбраны 4 известных соотечественника: поэт Александр Пушкин, ученый Дмитрий Менделеев, авиаконструктор Андрей Туполев и маршал Константин Рокоссовский. Проголосовать также можно на сайте «Великие имена РФ». Всего же названия 47 аэропортов дополнят именами выдающихся людей России. Чье имя будет носить авиагавань Шереметьево, станет известно после подведения итогов. Голосование пройдет до 30 ноября.